Николай Леонидович, Salty Life проводит тренировку на открытом воздухе. Как возникла такая идея? Ну, в принципе, это практикуется постоянно, когда зимой есть такая возможность покататься на открытом воздухе, набраться кислороду, продышаться в перерывы. Ставится ли какая-то серьезная задача на это занятие или просто совместить приятное с полезным? Нет, естественно, задача ставится, потому что перед каждой тренировкой все равно, чтобы в течение сезона, все равно сезон продолжается, и не выйти из этого напряженного графика, постоянно ставится задача сейчас, в данный момент, чтобы больше было движения, набраться, продышаться. Будет ли Salty Life еще проводить такие тренировки на открытом воздухе в эту олимпийскую паузу? Ну, вообще мы планируем, да, в зависимости, если позволит погода. То есть одна тренировка как минимум еще планируется. Сами на лед не хотите выйти? Ну, вообще хотелось бы, но не сейчас. Сыграли на открытом воздухе. Как вам это понравилось? Ну да, весело, прикольно. Сменили обстановку так, зарядились положительными эмоциями. Все классно. Вы вышли полевым игроком. Почему не вратарь? Ну, нам тренер вратарей так сказал сегодня сменить амплуа, поэтому сегодня нападающий. Сколько забили? Намного не считал, со счета сбился даже. А ваша команда выиграла или проиграла? Одну проиграли там в упорной борьбе, а вторую без шансов выиграли. А вообще помните, когда последний раз играли на открытом воздухе? Ну, помню, когда еще, наверное, в школу ходил, во дворе лед заливали. Обычно я выходил, играл с ребятами во дворе. Недавно в КХЛ прошло 2 матча на открытом воздухе. Хотелось бы принять участие в подобном мероприятии? Ну да, было бы прикольно. Я считаю, это интересное событие. Так, Артем, сыграли на открытом воздухе. Что скажете о такой необычной тренировке? Да ничего, хорошая тренировка, хорошие эмоции. Подышали воздухом свежим, так что все здорово. Хотелось бы почаще так играть? Ну да, можно было бы, конечно. Но не всегда погода позволяет, а расписание плюс. Замерзли? Ну так, временами бывает холодно. Сегодня сыграли без вратарей. Сколько сумели забросить? Не знаю, не считали.